Кирпичик к кирпичику, а вернее плитка к плитке. Так вручную укладывается покрытие пешеходных дорожек на территории будущего физкультурно-спортивного комплекса. Сейчас здесь практически полностью выполнено благоустройство. Внутри Сибиряка работа тоже кипит. В здании укладывают кафельную плитку, монтируют инженерные системы. В универсальном зале, где совсем скоро будут проводиться волейбольные и футбольные матчи, нанесена разметка на поле. Параллельно идет сборка мебели. На подходе сейчас столы, оборудование самих кабинетов. То есть у нас обеспечение объекта стопроцентное, я уже говорила прежде, до свистков. То есть полностью мячи, волейбольные, баскетбольные стойки, столы, компьютеры, телевизоры, кресла для сотрудников. Идет все в полном комплекте. Основная часть оборудования, вернее, закуплено все подрядчиком. На объекте находится основная часть оборудования. Остались небольшие поставки, но и то их, наверное, специально придерживают, чтобы было место, где их разместить. Если оборудование кабинетов еще в пути, то вот в части раздевалок уже установлены шкафчики ярких расцветок. Помимо этого, в помещениях смонтирована сантехника. У каждого зала, сколько у нас будет? У нас один универсальный игровой зал, зал УФП, у нас зал акробатики, боксерский зал, по паре раздевалок, мужская и женская. Да. То есть в раздевалке сразу у нас душевые, санузел. На втором этаже уже установлены тренажеры. Это оборудование специально предусмотрено для людей с ограниченными возможностями здоровья. После ввода в эксплуатацию физкультурно-спортивный комплекс «Сибиряк» станет местом новых рекордов и побед для сотен покачевцев всех возрастов. Мы будем следить за развитием событий. Алена Валеева, Михаил Адвахов, телекомпания «Ракурс», город Покачи, специально для телеканала «Югра».